Шалом уврахха, אנחנו שמחים להיות איתכם. Шалом благословений, мы рады быть с вами. אני איתן שישקוף. Я Этан Шишков. ואח היקר שלי, סשה קובנוטו. И мой дорогой брат Александр. אנחנו משרתים בשירות של אוהלי רחמים באזור חיפה. Мы служим в служении Оле Рахамим в районе Хайфы. והיום אנחנו רוצים לדבר על הנושא תשוקה רוחנית. И мы сегодня хотим поговорить о жажде Бога. בהרבה מקומות בכתבי הקודש מדובר על העובדה שהמשיח שוכן בנו. Во многих местах Писания говорится о том факте, что Мессия в нас присутствует. הרוח נמצאת בנו. В нас присутствует Дух. Элохим меким את הנוכחות ואת האיכות של המשיח בנו. Бог делает в нас присутствие свое и Мессии. Двар Адонай ху бану. Божье слово в нас. Афилу асехел шел амашиах бетохен. И даже помышление Божье внутри нас. Ашалиах митпалел ше Элохим йехабед эт ацмо даркену. Апостол говорит, что Бог прославится посредством нас. בקיצור, יש פה משהו שקורה בתוכנו. Ну, что-то в нас внутри происходит. אם קיבלנו את ישוע כמשיחנו ואדוננו. Если мы приняли ישוע нашим Господом и Спасителем. כמובן, אנחנו מאוד מזמינים אתכם לעשות את זה, אם עוד לא עשיתם. И если вы это еще не сделали, мы очень вам рекомендуем это сделать. תשוקה רוחנית, מה אני מתכוון? Что такое Божье... Желание Бога. טוב, אני רוצה לתת לכם דוגמה מחיי. Я расскажу историю своей жизни. בעוד חודש בעזרת השם, הבת הקטנה שלנו תתחתן. С Божьей помощью, если все мы будем живы, Господу будет угодно, моя дочь выйдет замуж. И כל כך מתרגשת, וגם הגבר שלה, שהיא סופרת את הימים. Она так расчувствовалась, ее жених, что она считает дни. על המקרר שלנו יש טבלה עם מספר הימים לפני החתונה. На нашем холодильнике висит таблица с количеством дней. אבל לא רק זה. И не только это. אלא שהם ביקשו ממני, אבא, לעשות את הטקס מתחת החופה. А они еще попросили у меня, как у папы, провести церемонию под хупой. Они квар мале берегишот. Я уже наполнен чувствами. Они ло ехол дамьян эх они ехе митахат хупа. Я не могу себе представить, как я буду под хупой. Авал они бетуах шани маргиш арбе регишот. Но я уверен, что я буду чувствовать очень много чувств. Беносав лаках они бен адам де эмоционали. В дополнение к этому я очень эмоциональный человек. Они бухе бекалут. Я плачу с легкостью. Цухек бекалут. Смеюсь с легкостью. Они гилхем, они пишут, они ухев хаим. Нужно сказать, мне нравится жизнь. В кефиш они мевин, гам экид ве кодеш, в гам я хавея шели бахаим. Каха Элохим бара утану. И как я понимаю из священных писаний, из своего опыта жизни, Бог нас такими сделал. Лош кулану маргишим баота рама. Ну, не все чувствуют на одинаковом уровне. Они бихлало омер шани йотер тов мипне шани маргиш бофен хазак. Я совсем не говорю то, что я лучше других, потому что я чувствую сильнее. Авал еш лану бая. Но у нас есть проблема. Им анахну маргишим пахот мидай о йотер мидай. Если мы чувствуем гораздо меньше или гораздо больше. Им анахну ло маргишим. באופן כללי. Если мы обычно не такие чувствительные. אם אנחנו כאילו שקיבלנו הרדמה. Если мы такие, как будто у нас под наркозом. זה בעייתי. Это проблематично. כי אז אלוהים עצמו לא יכול לגעת בנו. Это значит, что Бог сам по себе не может дотянуться до нас. דיברנו פעם האחרונה על הלב וחשיבות הלב, שהלב יהיה זמין. Мы говорили о сердце, чтобы оно было доступно. אז בכיוון הזה, и в этом направлении, אם אני כזה אדיש, לא משנה מה קורה, если я такой безразличный, ничего не важно, העולם ממשיך כמו שתמיד היה, мир продолжается, как это было и всегда, זאת אומרת שאני לא יכול להביא גאולה.
Это значит, что я не могу принести искупление. Они гам ло яхол леахов, кмо ше Элохим охев. Это значит, что я не могу любить так же, как и Бог любит. Ваакшав Иешуа роце вахаяв лихьот дарки вадаркехем. И сейчас Бог хочет жить посредством меня и посредством вас. Аз им ани квар ло маргиш машу. Если я ничего не чувствую относительно этого. Улай ани шомер эт ацми кенегед кол акевим шел хаим. Может, я защищаю себя против всяких ран. Аз гам каше ли леэхов ве ларгиш машу мишу ахер маргиш. То мне также тяжело почувствовать то, что другой чувствует. Шефшар ли кро лезе рахамим. То, что можно сказать милосердие. Шани маргиш это кевим шел мишу ахер. Когда я чувствую боль кого-то другого. זה בדיוק האופי של המשיח. И это характер Мессии. הוא הרגיש את הכאבים שלנו, את התוצאות של חטא. Он чувствует наши боли. Он знает результаты греха. הוא בא כדי לסבול, כדי לספוג את העונש. Он пришел, чтобы впитать в себя вину и пострадать. אבל גם את התוצאות. Но также результаты. של החטא שלנו ושל אחרים כלפינו. Нашего греха и других по отношению к нам. Аз катува филу бе игерет ала иврим. И даже написано в послании к евреям, ши Иешуа яхол ле-харгиш ма шанахну маргишим. Что Иешуа может чувствовать то, что и мы чувствуем. Лехен ху коэн агадол матим. И поэтому он очень подходящий первосвященник. У коре лану ла-лехет бедарко. Он призывает нас идти по его пути. יש גם בעיה אם אנחנו מרגישים באופן יותר מדי חזק. Есть также проблема, когда мы чувствуем себя очень сильно. כי זה לא כדאי אם אני מתחת השליטה של ההרגשות שלי. Это не самая лучшая позиция, когда я нахожусь под контролем своих чувств. То есть мои чувства меня контролируют. בדיוק. לדוגמה, כעס. Например, злость. אם אני נותן את עצמי לכעס, если я предаю себя злости, אני מאבד שליטה, я теряю контроль, ואז הכעס שולט עליי. И тогда злость контролирует меня. ואנחנו יכולים לדבר על על עוד הרגשות. И мы можем говорить о других чувствах. על מרירות. О горечи. על התחרטות. О разочарованиях. על תסכול. Отчаяние. על דיכאון. Об депрессии. אפילו בלבול. И даже путаница. אילו הדברים האלה יכולים לשים אותי בפח. Все эти вещи могут опустить меня в мусорку. אני בטח מרגיש את הדברים האלה מדי פעם. И, конечно, я чувствую иногда эти чувства. זה לא חט. Это не грех. לא עבדות. Не рабство. רק אם אני נותן שליטה להרגשות האלה. Но если я даю власть этим чувствам. То аз להרגיש דברים באופן חזק מדי זה גם לא בסדר. И чувствовать вещи слишком ярко и отчетливо, это ненормально. Если сипур мацхик, лесапер алзе. У меня есть смешная история на тему. Пам, лифне арбе шаним, кибалти михтав. Давным-давно я как-то получил письмо. Батоха михтав ая бикорет негди. И в письме было осуждение по отношению ко мне. Едай мишу, ше хашавти, ше захавер. От кого-то, о котором я думал, что он мой друг. Мы иргун ахер. Из другой организации. Ве уло иским им милим, ше они иштамашти бэхэн лэгэбэ ашерут шалану. Он, ему не понравились слова, которые я использовал в отношении нашей служения. Слиха, элэ ха милим шалану. Он сказал: «Извините, но это наши слова». А тем ло яхолим иштамеш ба милим шалану. Вы не можете использовать наши слова. Кикашти, рега, хабиби, ата шиламта мехир, кедей ли иштамеш ба милим аэле? Подожди, приятель, ты что, заплатил деньги, чтобы использовать эти слова? Еш лаха хозе, сагур, кэзэ? У тебя есть такой договор, который нельзя обжаловать. А айти бе мисрад левад. Я был один в кабинете. Ве аф ахад ахер. И никого другого. Ве брега шел каас ве тискул. И в секунду злости... Лекахти яблочко. תפוח. Я взял яблоко. שהייתי עומד לאכול את התפוח. Которое предполагал раньше съесть. אבל לקחתי את התפוח וזרקתי כנגד הקיר. Но я бросил это яблоко в стену.
וגם התפוח וגם הקיר נשברו. יבלקה, איסטינה רזביליס. אני שמתי חור בתוך הקיר. יאז דל, תקוי דירקו סטיני. וכמובן, התפוח נשמד. נו, כנשנה, יבלקה, אתה... זה, איבדתי את השליטה שלי. יפ, תראה, קנטרול. כמו שאמרתי, אני בן אדם עם הרגשות חזקות. נו, דה, יד שלווק סילדה מצ'סטר. אני לא ממליץ לזרוק דברים. יא, אני רקמדוי ברסת וישי. אפשר לגרום נזק. מוז'נה פריצ'ינית וריד. אוקיי. לפעמים יש לנו לחץ דם גבוה. אינגדה אונס יש סילנה קרבינוי דבלין. מפני שאנחנו נותנים יותר מדי דגש להרגשות. פתאום שאתה מאברשם אושם בשביל נימניה נעצ'וסטווה. אפילו אפשר לספור מהתקפת לב. מוז'נה פסטרדת את... רוח מוחי, כל מיני דבר. רזריבה סרצה, קרבזליה נרוס. אני לא ממליץ. זה אני לא ממליץ. אתה יא נרקמנדוי. אבל אלוהים ברא אותנו עם הרגשות. שוט, האפשרות להרגיש. Но Бог сделал нас возможностью чувствовать. ברוך השם. Слава Богу. בעצם אנחנו רואים את זה בישוע עצמו. И мы видим это в самом Иешуа. היו לו הרגשות? У него были чувства. אפילו הרגשות חזקות? И сильные чувства. אנחנו יכולים לחשוב. Мы можем предполагать. מה אם פעם שהוא הפך את השולחן? Что с той историей, когда он перевернул столы? זה היה כזה גורו בלי הרגשות. אתה בל תקוי גורו в абстракции, без чувств. הכל סבבה. Все. אני לא מרגיש כלום. Я ничего не чувствую. זה רע להרגיש משהו. Это плохо. אני גם לא מרגיש רע, לא мргиш то, לא мргиш כלום. Я не чувствую ни хорошо, ни плохо, не чувствую ничего. הוא כעס, התכעס, והוא אמר, זה לא בסדר. Нет, он рассердился, он сказал, это ненормально. הוא לקח את השוט והוא אמר, זהו זה. Он взял плетку и сказал, это все. כן. מה כשהוא הוא, הוא הסתכל על ירושלים? אותה סצנה, כגדה הוא סמוטרית מירושלים. הוא התחיל לראות את העתיד, מה כל ההשמדה. Он начинает видеть будущее, уничтожение. קורבן בית, חורבן בית. Разрушение храма. הוא בכה. Он начал плакать. מה זה בכי? Что такое слёзы? בכי זה מה הלב שופך שאי אפשר להחזיק מעמד. Это то, что выливает сердце, когда невозможно сдержаться. ישוע בכה. ישוע плакал. גם בכה בקבר של לזרוס. И он плакал на могиле Лазаря. כן. הוא גם היה, מה זה עדין? Он был в самом деле такой чувственный. הוא היה לוקח ילד בזרועות שלו. Он был очень нежный. Взял ребенка на руки. הוא נגע במצורה. Он касался прокаженных. הוא אמר ליוחנן, חביבי, אני רוצה שאתה תטפל באמא שלי. Он сказал Иоанну, любимый, я хочу, чтобы ты позаботился о моей маме. Можно продолжать с разными примерами. Бекицур, Иешуа Ацмо. Да, Иешуа сам. Хаюло регешот. У него были чувства. Веуая бенадам шел чука руханит. И у него было духовное желание. Еш сиба, ше бемасорет ноцрит הקורבן שלו זה נקרא התשוקה. יש причина, что в христианской традиции его жертва называется страсти, страсти Господней. בוא נחשוב על זה. Давайте подумаем об этом. שהוא נתן את עצמו. Когда он отдал себя. לא מתור אדישות. Не из равнодушия. הוא הרגיש שהוא חייב לעשות את זה. Он чувствовал, что он должен это сделать. У итмодед бегина гатшманим. Он сопротивляется в Гефсиманском саду. Им אפשר לקחת את המסה הזאת ממני. Боже, если это можно дать эту чашу, чтобы она прошла мимо меня. Авало кефи арацон шели кефи рацонха. Но не по моему желанию, а так, как ты хочешь. Улах рецав. И он пошел на крест. Рабатславу цаак. И на кресте он кричал. Уйгиш хазак. И он восклицал. Это хатаэну. У наших грехов. Это ава шел Элохим клапейну. И провозгласил Божью любовь по отношению. Тире яхувим.
איזה אלוהים יש לנו? Какой у нас Бог? אלוהים שברא אותנו. Бог, который сотворил нас. כדי להיכנס לשמחה רבה. Чтобы войти в великую радость. באהבה אינטימית עם בני זוג שלנו. В интимную любовь в нашей супружеской жизни. להתרגש על לידה של הילדים שלנו. Чувствовать рождение наших детей. לבכות שמישהו מת ואנחנו חייבים להגיד שלום. Плакать, когда мы должны проститься с ушедшим близким. Есть симха, есть эцев. Есть радость, есть грусть. Есть тискул, есть сипук. Есть отчаяние, есть удовольствие. Как Элохим бара отану. И такими Бог нас сделал. Ло кедей шанахну нихия митахат ашлита шел харгашот. Не для того, чтобы мы были под контролем наших чувств. Эле шанахну холим ништамеш бахаргашот кедей לשרת את אלוהים. Но чтобы мы могли пользоваться нашими чувствами для того, чтобы служить Господу. אנחנו רוצים לומר להתראות עכשיו. Мы хотим сказать до свидания сейчас. אבל תבואו, תמשיכו איתנו, כי יש עוד חלק מהשיעור הזה. Но продолжайте с нами, потому что есть еще часть в этом уроке. תודה רבה. Большое спасибо.